Екатерина Рудакова возглавляет цепи. На второй позиции Софья Шикарева, Московская спортивная школа. Третий бежит Анна Ильина, Академия. Екатерина Рудакова уверенно лидирует. Два круга до финиша. Рекорд Санкт-Петербурга в беге на 1500 метров. 3 минуты 59,28 сотых секунды. В 1985 году установила Наталья Артемова. Звучит колокол. Последний круг до финиша. Остается пробежать лидеру. Софья Шепелева, Московская спортивная школа, на второй позиции. Заканчивая очередной круг. И до финиша остается пробежать также последний круг. 400 метров. И Анна Ильина, Академия. Она бежит третий. Также один круг до финиша. Лидер забега Екатерина Рудакова на финишной прямой. Очень уверенно Екатерина провела забег и финиширует с хорошим результатом. 4 минуты 21,84 сотых. 82 сотых, точнее, результат победителя. Второй финиширует Софья Шепелева, Московская спортивная школа. И третий заканчивает дистанцию Анна Ильина, Академия. Thank you.
У нас совсем Фирсова Невская спортивная школа лидирует в забеге юниоров до 20 лет. Петербурга в беге на 1500 метров среди юниоров 4 минуты 14.64 в 2009 году установила Дарья Ячменева, Невская спортивная школа. Плотной группой бегут юниорки, забегом на 1500 метров, два круга до финиша. Прослушайте уточненный состав юниоров до 23 лет в беге на 100 метров. Роман Сбродов, Федерация 1186, забеги. Ян Федоров, Калининская школа 11820 тысяч. Владислав Мироненко, Федерация 1159. Никита Яськов, ШВСМ 11.13, Владислав Гудимов, ШВСМ 1.48, Никита Петрухин, 11.66, Ратибор Авращенко в Академии связи, 11.79, и Степан Афанасьев-Невская, 11.817 тысяч. Финал состоится в 20 часов. Алиса Мулина, Академия за круг до финиша, возглавила забег. Thank you.
Добрая упорная борьба в забеге юниоров на заключительном отрезке дистанции. Мы видим, что 4 спортсменки практически одновременно выходят на финишную прямую. И все решится на заключительном отрезке дистанции. Он состоит с Озинова Невская спортивная школа, выигрывает борьбу и побеждает в забеге его. 5 минут, 0,47 секунды, результат победительницы забега. Thank you.